Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящую неделю. Отдыхаем интересно и будьте всегда в курсе событий. Кинотеатр «Курортный» на площади Свободы, дом 1, покажет для вас новинку проката. Американский научно-фантастический боевик «Терминатор. Темные судьбы». Это уже шестой фильм во франшизе «Терминатор», и он же является продолжением картины «Терминатор 2. Судный день». И пусть вас не смущает 72-летний Арни или Т-800, ведь на киборгах плоть тоже стареет. И уже не молодая Сара Коннор, которая вновь на себя берет тяжелое бремя по спасению мира от восставших машин. Справится ли она с этой миссией, вы узнаете, посмотрев фильм в кинотеатре. Категория 16+, и приятного просмотра. Архивы Санкт-Петербурга и как в них разобраться. Это интересная лекция для начинающих и уже опытных исследователей, которая состоится 9 ноября в 12 часов в выставочном зале «Арт-курорт» на площади Свободы, дом 1, и которую читает историк-преподаватель Александра Асонова. Вы узнаете, какие архивы бывают в Санкт-Петербурге, какие документы там хранятся, можно ли просто посмотреть, или как, например, начать краеведческое расследование. Все это вы узнаете, придя на мероприятие, приходите, вход свободный. Далее, 9 ноября в 14:30 в Центральной библиотеке имени Михаила Зощенко по адресу улица Токарева, дом 7, состоится интересная лекция «Есенин. Божьей милостью». Литературовед Лев Росляев расскажет о своем видении творческой биографии Сергея Есенина, о его короткой и драматической жизни, поделится своими мыслями и прочитает малоизвестные стихи поэта. Приходите, вход свободной категории 12+. А в Зеленогорской библиотеке по адресу проспект Ленина, дом 25, 9 ноября в 15 часов состоится еще одна лекция «Мельпомена на даче». Это экскурс в историю театральной жизни Сестрорецка и его окрестностей на рубеже 19-20 века. Марина Баулина расскажет о театральной жизни прошлых столетий, которая была невероятно разнообразной, а знаменитые актеры на афишах гарантировали всегда аншлаг. Приходите на мероприятие, вход свободной категории 12+. 10 ноября в курортном районе на территории выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» с 10 до 16 часов состоится международный военный исторический фестиваль, посвященный Первой мировой войне. «Великое и забытое. Год 1917». На мероприятии вы увидите реконструкцию боев, театрализованное тематические представления, литературно-поэтические чтения авторов начала 20 века, интерактивные зоны и торгово-ремесленный модный показ и многое другое. Приходите и отдыхайте семьей культурно. А у нас все. С вами была рубрика «Афиша». Я ее ведущая Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.